Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в кемелочку на сервер Admir Roleplay, 4 сервер. У них здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН. Выбирайте 11 пункт промокод и пишите вот такой промокод. Hey Game, как только вы доиграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, новая серичка. Я зашел, взял свой любимый гольф, который я купил, получается, в предыдущей серии, если я не ошибаюсь. И сегодня мы пойдем в казино, потому что в этом году... Пацаны, хочу заметить, я в казино на Радмире не ходил. Уже идет второй месяц нового года, и я еще в казино не был. Поэтому, возможно, нам выпадет такая удача, и мы поднимем бла, потому что нужно тюнговать гольф. У меня есть 300 тысяч, я не знаю, этого хватит, чтобы подняться или не хватит, но мы попробуем. С вас, пацаны, обязательно лайки, и не забывайте подписываться на канал. Пацаны, я зашел в казино, и здесь проходит розыгрыш вот этого автомобиля. Это Феррари, понимаете? Феррари FF. Именно та Феррари, которую я очень люблю, которая мне очень нравится. Если подниму бабок, то я поучаствую, но, к сожалению, у меня нет слотов. У меня типа две машины, это Феррари. Не FF, к сожалению, а ля Феррари. И получается Volkswagen. Ну, блин, я бы хотел ее выиграть. Смотри, какая она сочная просто, пацаны. Это просто булочка, персик. По-другому не могу сказать. Все, выключаем вид от первого лица, погнали играть. Я даже не знаю, что лучше, в DICE играть или в Кости. Я даже вот серьезно не знаю. Я давно не был в казино, поэтому я не шарю. Так, здесь непонятно, кто как играет. Какая-то ставка. Так, как там дайс сделать ставку или что там? Дайс. На 200 тысяч втроем, пацаны. Давайте попробуем. Я не знаю. Так, 4. 9 у меня выпало. У чувака выпало 12. Ну как просто? Как? Я 200 тысяч проебал просто, пацаны, на ровном месте, понимаете? Просто на ровном месте проебал 200 тысяч. И у меня осталось, получается, сколько? 100 тысяч. Просто замечательно. Так, четвером на 20 тысяч. Ну, давайте я присоединюсь. Возможно, мы выиграем. Я реально надеялся, то, что я выиграю, типа, и все будет нормально. Но, к сожалению, походу, мы все проиграем. Ну, это не точно, но, скорее всего, да. Так, здесь никто не принимает. Давайте пойдем тогда дальше. Посмотрим, что там еще за игры есть. Ну, они все одинаковые, можно просто через дайс кидать, по-моему. Можно крупье играть. На 1 миллион, нихера себе. Так, 7500, на сколько, я не вижу. На 20 тысяч или на сколько? Так, давайте я кину кость, получается, 6. Походу, я проиграл. А, ничья, пацаны. Так, это уже интересно. У меня выпадает обратно 6. У чувака выпадет сейчас больше, по-любому, да? Или нет? У чувака выпадает 8. Да ну, блин, какая-то полоса, пацаны, везения, реально. 25 тысяч. Ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Потому что особо денег у меня нету. Вообще, чтобы понимали, я сейчас играю на все свои деньги. Если я проиграю, то придется потратить потом. Либо на автобусах, либо на дальнобойщиках, либо еще где-то. Я думаю, вы это понимаете. Так, давайте сыграем. 4. 7. Пожалуйста, пусть у него будет меньше. Пусть у него 8. Не, пацаны, это реально что-то невезение какое-то. Реально какое-то невезение. На 20 тысяч четвером. Давайте. Я готов просто. Я готов. Ну, понятно все, пацаны. Можно закрывать. Можно закрывать. У меня остается 35 тысяч, пацаны. Охрененно, я пришел в казино подняться, пацаны. Походу, тюнинга Volkswagen не будет, потому что у меня не будет денег. К сожалению, да. Бывают такие ситуации. Пацаны, я снова проиграл 20 тысяч. Просто великолепно. У меня осталось 15 тысяч. Я понял, что нам здесь, пацаны, вообще ничего не светит. Ни эта машина, ни деньги, ничего. Хотя было бы неплохо выиграть эту машину, но, к сожалению, мы этого не сможем сделать. Join лотерея. Пацаны, кто сегодня смотрит серию, можете прийти поучаствовать, если что. Потому что, скорее всего, я эту серию выложу именно сегодня. А розыгрыш пройдет, наверное, вечером. Ну, система сама выберет победителя, и тот эту машину, в принципе, получит. Ну что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Все-таки не повезло нам в этом году. Но, возможно, повезет когда-то. Я вообще не любитель казино, но решил записать вот такую вот серию. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. И ждите новых серий. Всем пока-пока.